Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение только сегодняшнего дня. Полностью кожаная обувь, туфли женские Сантино стоят сегодня специальную цену всего 1499 рублей. Отличное совершенно предложение, особенно для тех женщин, кто хочет и максимальный комфорт, и в то же время для тех женщин, кто хочет выглядеть статусно, для тех женщин, кто хочет выглядеть престижно, потому что все-таки кожаные туфельки, они всегда говорят окружающим, что мы выбираем для себя самое лучшее. Ну ничего еще лучше натуральной кожи для ног не придумали, согласитесь. Мы дарим вам самое лучшее. Вы сегодня можете позволить себе натуральную кожаную обувь за 1499 рублей. Итак, туфельки Сантино. Что же мы получаем? Во-первых, натуральная кожа. Фактуру натуральной кожи визуально не спутаешь ни с чем. Мало того, у нас здесь еще и перфорация. Вообще, перфорация на натуральной коже – это настоящий тренд 2018 года. Плюс она позволяет вашей ноге дышать. Замшевая выделка натуральной кожи внутри. А это значит, в туфлях Сантино будет удобно даже на босую ногу в самую жаркую погоду. Мягчайшая выделка кожи, эластичная. Эластичная лента, которая подстроится под высокий подъем и под полноту. Отсутствие жесткого канта и эластичная совершенно подошва из термоэластопласта, которая облегчит ходьбу, даже если на какие-то долгие дистанции мы решили пройтись. А мы соберемся обязательно в такой обуви. Итак, мы как здорово, что сегодня мы можем предложить вам целых 5 цветов на выбор. Это прекрасно. Давайте знакомиться. Первый цвет у Наташи в руках. Это цвет бежевый. Сразу обрати внимание, что у нас очень стильно сделана подошва. У нас подошва сделана контрастно. У нас здесь молочно-бежевый вот с таким коричнево-рыжевым контрастом. Кстати, это, кроме того, что дань моде, безусловно, это еще и визуально уменьшает ногу. Давай смотреть, какие цвета у нас есть дальше. Вот этот цвет в заказе будет называться белый. И мы здесь опять видим ярко-коричневую окантовку. А вот классика коричневый цвет. Вот ты знаешь, эти туфли прекрасно впишутся, например, для того, чтобы повторить цвет нашей ноги. Они практически бежевые. И, соответственно, вытянуть наш силуэт и удлинить ноги. Вот, мои любимчики сегодня, это цвет серый. Посмотрите, холодный серый цвет всегда смотрится стильно. Здесь опять мы видим этот коричневый кант, который делает их еще более модными. Цвет, который в заказе будет называться белый, синий кантовкой, обратите внимание, истинно летний цвет. Женщины с удовольствием выбирают для себя этот вариант на летнее время. Наташа, размерный ряд у нас хороший, от 36 до 41. Как же мы будем подбирать размер? Арина, выбираем туфли Сантино четко размер в размер. Дальше они уже подстроятся, потому что у нас увеличенная полнота, 8-я, кстати, редкость для магазинов, и натуральная кожа, которая также подстроится под форму вашей стопы. Вот в этом как раз и заключается уникальность вообще в целом натуральной кожи, что она умеет подстраиваться. Но что самое главное для нас летом? Для нас летом все-таки главное, Арина, согласись, дыхание ноги. Ну, не всегда мы ножку готовы показать, не всегда уместно появиться в открытой обуви где-то, а вот нога при этом должна, безусловно, дышать. И тут мы, конечно же, и должны поговорить о нашей лазерной высококачественной перфорации. Видишь, я специально сегодня запаслась фонариком. Посмотри, и получается, что у нас перфорация не просто элемент дизайна, перфорация у нас сквозная. Вообще перфорированная кожа всегда и ценится, и выглядит, Арина, намного дороже, чем обычная. Но тут еще это, конечно же, и наш комфорт. Потому что перфорация позволяет ноге дышать внутри туфель Сантино. Посмотри, натуральная кожа, она уже участвует в воздухообмене. Перфорация позволяет ноге дополнительно дышать. А вот эта замшевая бархатистая фактура, она также дарит комфорт ноге даже в самое жаркое время. То есть мы действительно, Арина, их носим от весны до осени и даже жарким летом. Туфли подстроятся под ногу. Ну а зимой это будет самая удобная стелька. Вы знаете, вот здорово, когда модно, да, так еще и удобно. Удобно. Это здорово, что перфорация сегодня в моде, и что сегодня она дарит дополнительную мягкость нашему изделию, дополнительное дыхание ноги. Кожаная обувь за 1499 рублей. Отправьтесь сегодня в магазин и посмотрите, сколько стоит
туфли из натуральной кожи. Обратите внимание, что цены 4, 5, 6, 7 тысяч рублей. Вы получаете сегодня непревзойденное качество. Натуральные материалы и внутри, и снаружи всего за 1499 рублей. Цена действует только одни сутки. Успевайте дозваниваться прямо сейчас. Не откладывайте это решение создать комфортные условия для своих ножек. Нарина, это действительно комфорт, потому что когда мы говорим о натуральной коже, то мы сталкиваемся с поистине уникальными качествами, потому что только натуральная кожа обладает эластичностью и способностью к формованию. Что это значит? Что обувь из натуральной кожи принимает форму вашей ступни. Ты, кстати, знаешь, что летом вследствие отеков, вследствие того, что мы много ходим, нога у нас может на 10-15% изменяться в размере. И натуральная кожа, благодаря своей пластичности, подстраивается под любые изменения. Причем неважно, это может быть шишечка вот здесь, вот вальгусная деформация, из-за изменения пальчиков каких-то. Натуральная кожа мягко обнимет вашу ножку, будет дарить комфорт, нигде не будет передавливать. И плюс ко всему, такие туфельки в итоге, Арин, всегда выглядят так, будто бы их индивидуально сшили на заказ. Ох, а мы знаем, сколько стоит сшить индивидуальную обувь. 15, 20, 25 тысяч рублей – это не предел. Невероятно мягкие, невероятно комфортные. Всего 1499 рублей за натуральные кожаные туфли. Скажи, пожалуйста, вот у меня у подруги высокий подъем. Знаешь, вот кто мучается? Это она. Настоящая проблема подобрать для себя обувь. Ну вот посмотри, здесь у нас есть эластичная лента. И если высокий подъем, то она как раз подстроится. Если вам нужен дополнительный объем, она вам его подарит. И самое главное, что как раз в районе подъема у нас и получается эта эластичная лента. Еще и давить сверху ничего не будет. И это всегда очень и очень важно. Вот мягкость материалов – это принципиальный такой момент в выборе обуви. Ну, если мы говорим о мягкости, то давай посмотрим еще и на нашу подошву. Потому что подошва у нас сделана из термоэластопласта. Она эластична, она подстраивается под ногу, она пористая внутри. Чем это хорошо? Потому что за счет этого она практически ничего не весит. Хотя снаружи выглядит монолитом. Она прекрасно амортизирует, а это значит, что снимает нагрузку суставов и позвоночника. И, кстати, также нивелирует всякие мелкие камушки и гравий на дороге. Ну и также она не пропускает температуры. Ни холодные, ни горячие. Это очень-очень важно, когда мы говорим, например, о летнем раскаленном асфальте. И это здорово, знаете, вот в отпуск взять с собой будет одно удовольствие, ходить по экскурсиям. Я один раз сделала такую ошибку, поехали с мужем в отпуск, много ходили на экскурсии, а я надела, знаешь, такие вьетнамки супер открытые, думала, чем свободнее, тем лучше, да, чем открытие нога. Но в итоге я себе пятку отбила, ноги у меня сгорели, а вот если бы у меня была вот такая пара, мои бы ноги остались в порядке и сэкономили бы еще сегодня 1499 рублей. За кожаную обувь. Завтра такие туфли будут стоить почти 3000 рублей, но только сегодня телеканал Shop & Show дарит вам максимальную скидку в 1500 рублей. И сегодня максимально снижена цена 1499 рублей. И напоминаю, бесплатная доставка от суммы 3990 рублей вам обеспечена, поэтому берите несколько пар.